Привет. Привет. Да, вот это дело. Так-то лучше. Ага. Спасибо, что заглянул. Привет. Привет. Это трудяга. Пока что это все. Ладно. Как оно? Привет. Как жизнь? Сейчас все будет. Ладно. Дикон, на секунду. Как Уильям, давно его не видно. Как бухарь, да как и все, выживает. Ну, значит, получше многих. Да. Слушай, ты приглядывай за ним. В смысле? Ну, потерять руку это серьезно, у него жизнь перевернулась. Но это была так себе жизнь, ты давай его уж прямо скажем. Единственный. Все с ним нормально. Жить будет. Надеюсь, что ты купишь. Веришь ли, я был копом. Сэр. О, погоди, я открою. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо. Сейчас открою. Ну что, как работается? Трепаться некогда, уж извини. До скорого.
пути. Это порядок. Радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. За месяц до того, как все случилось, я написал в своем блоге «Прощай, свобода». Запаситесь едой и водой на год, потому что я знал, что бы нас ни ждало впереди, анархия неизбежна. Я надеялся, что смогу подготовить хоть кого-то, тех, кто... Вот здесь шансов больше всего. Ну, не знаю, Майк. Мы уже теряли там людей. Теряли людей? Кого? Когда? Да месяц назад Эванс и Торрес за припасами ходили. Я ж тебе говорил. Ни хрена ты мне не говорил! Я говорил. Мы пошли за ними, но вход завалило. Байки стояли снаружи, везде были фрики, не помнишь? Я даже не уверен, что они попали внутрь. В чем проблема? Мы тут... Посмотрели те бумаги из Кэмп Шермана. Угу. Там есть шахта, которую собирались расширять. Конечно, и там наверняка осталась взрывчатка. Да. А теперь Шиза говорит, что мы уже потеряли в этой шахте двоих. Эй, нет, Майк, я не это сказал. Слушайте, я... Ну, давайте карту. Я заберу взрывчатку да и поищу ваших людей. Эй, ты чё психуешь-то? Вот ты ему веришь, Майк, а я нет. Скажи, сколько Такер сейчас отстегивает за ящик динамита? Ты мне это прекрати, он дело делает. Правда? И какое дело? Херит нам договор с упокоителями? Берет Рики и едет тусоваться хрен знает где? Что он делает, а? А ты что делаешь, а? На жопе сидишь, пока все пашут. Я охраняю лагерь. От грабителей, воров и всяких намадов. Эй, ну-ка, хватит! Хватит! Вот что, не доверяешь? Пойдешь с ним. Но только помни, и ты тоже. Помните, мы тут все из одного лагеря. Ладно, как скажешь. Утром возьмем байки и поедем. Сейчас поедем. Сейчас? Да. Прямо сейчас посреди ночи? Ну да. Пока темно, будет меньше фриков внутри шахты. А, точно. Пока ты маялся дурью и гонялся за черными вертолетами, стал экспертом по фрикам. А что, надо быть экспертом, чтобы знать, что фрики выходят по ночам? Так, да? Ну все, ладно, прекратите. Ладно, ладно. Хочешь сейчас, поехали сейчас. Но карта будет у меня. Послушай, у него есть тараканы, но это как у любого из нас. Но он знает, что делает. Скажи это Торресу с Эвансом. Дик, я просто не хочу, чтобы с ним в этой вылазке произошел какой-нибудь несчастный случай. Господи, за кого ты меня принимаешь? Я пока не определился. Поговорим, как вернешься. Охренеть. Надеюсь, что ты купишь. Здорово, как жизнь? До встречи. Куда мы едем? Lucky Lad, знаешь, где это? Да. Я тебя там подожду. Да? Не отставай! Дикон, ответь! Это лагерь Lost Lake. Прием! Да, Рики, что случилось? Я тебя искала, а ты пропадаешь где-то. Я с Шиза. Майк дал поручение. К утру вернусь, а что? Я просто хотела узнать, когда уже поедем трансформатор чинить. Ты все мечтаешь о горячем душе? Типа того. Я буду утром, тогда и обсудим. Конец связи.
Ну, где застрял-то? Я отвлекся. Так это люди Майка оставили? Мои люди. Ну да. Торрес и Эванс. Они не намады, но водища все же выходили. Я думал справиться. Ошибся ты, походу. Дище давно поделено. Повсюду гребаные мародеры. Шиза, скажи-ка, а почему ты не забрал их добро, когда приходил сюда их искать? Потому что тут были фрики. Понял? Типа таких. Только их было больше. Идем. Майк сказал, взрывчатка хранится в сейфах. Где-то в конторе должен быть комплект запасных ключей. Сраные шакалы. Как же идет. Меня бесят. Хоть в чем-то мы согласны. Эй, иди сюда. Давай я тебя подсажу на крышу. Готов? Да. Залезай. Есть. Давай! Вроде всех замочил. Сам-то как? Нормально. Спасибо за заботу. Нашел. Шизо! Готово. Ага, поищи, не завалялись там фаеры осветительные. Ты что, не взял фонарик? Взял, но батарейки сели. Их теперь еще попробуй найди. По крайней мере, такие, чтобы работали. Фаеры. Шиза! Я нашел фаеры! Ага, попробуй высадить дверь. Я зайду и заберу их. Вон там фаеры. Да. Дай ключи. Какие, эти, что ли? Да, давай сюда. Эй, 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 слушай, а давай ты лучше покажешь дорогу до сейфов, а я их открою. Возражения есть? Никаких. Только не потеряй. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Я очень постараюсь. Взял. Ну, пошли. Ну, веди.
Видишь, как я и говорил. Вроде бы вот тут можно будет протиснуться. Помоги-ка. Давай, толкай! Толкаю, толкаю! Так, используй этот валун. Есть! Вот так. Фух. А выдержит? Надеюсь. Напоминаю, пушку не доставай. Ты же сказал, там никого не будет. Я этого не говорил. И я серьезно. Если фрики есть, хватит одного выстрела, чтобы они все сбежались. Да понял я тебя. Господи. Первый зал можно прийти прямо по главной штольне. Нам сюда. Давай, иди. Черт, тут пройти не получится. Глянь карту. Есть другой туннель? Вентиляционная шахта? Они начали строить соединительный туннель. Но его закрыли из-за угрозы обрушения. Где? В той стороне. Здесь? Да. Ну, похоже, его закрыли. Ну, выглядит как-то неустойчиво. Я тебе так и сказал. У меня есть только это. А у тебя фонарик. Уступаю честь тебе. Видимо, не просто так они свернули работы. Тут, походу, одной динамитной шашки хватит, чтобы вся шахта обрушилась нам на головы. Да ладно, не сгущай. Цел? Да нормально. Твою мать. Да, проскочили. Да. Ну все, назад пути нет. Пошли. Нам туда. Что ты делаешь? А как ты думаешь? Фаеры кидают. Зачем? У тебя есть карта. В этом долбанном лабиринте полезно знать, где мы уже проходили. Здесь налево. Ага. Сюда. Что? Твои люди. Да. Торос этот свой дурацкий жилет вообще не снимал. Говорил ему, такой ядреный цвет тебя однажды погубит. Так оно и вышло. Его друг потерял руку и умер. А Торос неделю его ел. С тобой бывало такое? Есть грани, которые я еще не перешел. Я тоже. Отойди-ка. Фригом их не оставлю. Идем-ка на выход.
Давай, здесь можно пролезть. Ну так лезь. Тут тесновато. Пролезешь? Ну, я-то не сижу весь день на жопе. Очень смешно. Давай. Так, первый зал должен быть здесь, совсем рядом. Если ты ничего не перепутал. Не перепутал. Конечно, как себе. Идем. Может, все в одном месте сложили. Проверим второго. Сюда. Давай вернемся. Вдруг мы где-то пропустили туннель. Шиза, нет, стой, стой. Мы где-то ошиблись. Что? С чего ты взял? Да с того, что мы пришли не отсюда. Ты думаешь, эти файеры типа отрастили ножки и сами пошли? Может, я запутался. Так, стоп, секундочку. Это главный тоннель. Что? Это главный тоннель. Видишь рельсы? Когда мы вошли, мы рельсов не видели. Как это? Но вот же мои файеры. Как они... А, кто-то над нами стебется. Пошли, сюда. Стой, стой. Погоди секунду. А ну, кто здесь? Выходи! Покажись! Шиза, лучше убери пушку. Ты что, долбанулся? Не понимаешь, что ли? Один выстрел. Один. И все фрики из этих туннелей тут же нагрянут сюда к нам в гости. Ты же говорил, что ночью тут не будет никаких фриков. Что за хреново? В него не попасть! Вот, сука! Эта тварь ключи утащила! Черт! Эй, ты куда? У него ключи! Ловить надо! Ой, верни! Да ведь уйдет же, зараза! Иди сюда! Отдавай ключи, гаденыш мелкий! Куда ты делся? Thank you.
слушайся. О чем он только думал? Сдохни, тварь! Чего у вас бегут? Шиза! Зараза! Шиза, не стреляй! Что? Ты так фриков со всей шахты приманишь. А черт! Ладно, ладно! Кто-то говорил, ночью не будет. А я не говорил, что будет, если выстрелишь. А что мне было делать, бросаться камнями? Что было делать, придурок? Меня слушать в другой раз. Бей этим. Как угодно. Спасибо, скажи. За что? Что спас тебе жизнь. Если бы ты не сбежал, спасать бы меня не пришлось. Мы дело-то закончим? Да, пора бы. Идем. Насчет Бухаря. Эдди сказала, кто-то пытался спалить его татухи. Упокоители, да? А тебе-то что? Да слыхал от одного намада, будто упокоители ищут двух бешеных псов. Как думаешь, о ком речь? Ну, как видишь, я до сих пор ношу цвета. Мы не прячемся. Если Карлосу нужен Бухарь, он его найдет без проблем. Но сначала ему придется побеседовать со мной. Походу, у него на тебя был зуб еще до нарушения перемирия. Был зуб. Слушай, я не знаю, и мне наплевать. Случалось ли мне убивать упокоителей? Было дело еще как. А после того, что стало с Бухарем, я буду убивать этих психов и дальше. Да? Но Карлос среди них главный псих. Ты лучше не дразни его, братан. Ты слышал, что я тебе сказал? Мне наплевать, и я тебе не братан. Помнишь, что я говорил Майку? Срал я на вашего Карлоса. Я о тебе же забочусь. Ты теперь один из нас. Ну да, ну да. За нас с Бухарем не парься. Без твоей заботы обойдемся.
покажи. А, неплохо. Старик будет очень доволен. Он тяжелый. Это как понимать? Ты знаешь, старика. Сам видишь. Давай вместе. Ну-ка. Спасибо. Он думает, что договор с упокоителями нас защитит. А по правде, срать им на этот договор. На нас они не нападают потому, что слишком заняты на севере. Копленд, Хот Спрингс. Знаю, я был там. Тогда сам понимаешь, они еще нагрянут. А наш Майк просто не станет им мешать. Позволит этим лысым недоделанным фрикам утопить нас всех в крови. Майк так не поступит. Думаешь? Давай. Ух ты, никогда еще так не радовался солнцу. Да уж, и я опять с тобой согласен. Уже второй раз за день. Погоди-ка. Там кто-то есть. Тут Байк. Внутри кто-то есть. Эй, ты чё, прячешься? Штаны наложил. Мародёры. А, готовься. Мистер, признаю, мои ребята вышли. Давай разделимся. С двух сторон зайдём. Хорошо, будь осторожен. Я их утихомирю. Уж за меня не переживай. Не бойтесь, мы вам ничего не сделаем. Это всё просто досадное недоразумение. Мы хотим, что чтобы движется? Вы к нам присоединились. Стреляй в этих... А? Не жалей патрон! Стрелка, я думал, ты просто хочешь поболтать. Ну, я свое сказал. А, задай им жару! Ты разбегался! Ты что думаешь? Вроде все передохли. Да. Пошли. Надо забрать динамит. Походу, это те же гады, что разворотили байки. Ехали мимо, увидели наши. Подумали, легкая добыча. А оказалось, не такая уж легкая. А мы с тобой хорошая команда, хоть и неприятно это говорить. Так и не говори. Эй, я что сказать хочу. Когда вы с Бухарем приехали в лагерь, и Майк вас принял с распростертыми объятиями, я думал, у него маразм, старик-то наш уже не тот. Ну и к чему ты клонишь? Я к тому, что мы с тобой друг друга поймем. Я это вижу. Ты сам знаешь, если Майк не опомнится, лагерь наш полгода не протянет. Я жду, когда ты перейдешь к сути. Слушай, я на тебя, конечно, наезжал. Что уж поделать. Но все видят, что ты сделал для друга, что делаешь для лагеря. Скоро все изменится. Когда Майк, скажем, пойдет отдыхать, мы с тобой станем править лагерем вместе. Мы с тобой правим лагерем. Значит, вот к чему ты ведёшь. Да ты слушай, придурок. Слушай внимательно. Ага. У меня много друзей в совете лагеря, и они согласны. Готовы отправить старика на покой. Ни хрена, Рики никогда на это не купится. Да он рохля, как и старик. Железный Майк тебе доверяет. И это ошибка. Одна из многих. Которую я не допущу. Да. Я понимаю, что мы все хотим выжить. Конечно. Но есть грани, которых я еще не перешел. Например, ударить друга в спину. Одна из них.
лучшего старика, чем весь гребаный лагерь. Ты подумай об этом. Ладно, я об этом подумаю. Почему Майк доверяет такому уроду? Да еще сделал его начальником охраны. Лос-Лейк, ответьте. Дикон Сент-Джон вызывает Майка. Дик, ну что, вы ее нашли? Взрывчатку? Да, Майк, нашли. Шиза забрал все и повез в лагерь. Слушай, Майк, я должен тебе сказать... Хорошо, хорошо. Только нам теперь нужен к ней запальный шнур. Ты же понимаешь, я посмотрю по документам. Майк, послушай. Шиза, он... Ну что еще? Опять решили друг в друга пострелять? Нет, Майк, он... Слушай, он хочет управлять лагерем. Он мне сказал, что... Да это я и так знаю. Помнишь, я же тебе говорил. Шиза считает, что я пацифист и что я всех нас угроблю. Он прощупывает почву. Майк! Дик, я же сказал, у Шиза свои загоны, но... И у нас ведь тоже. Спасибо за заботу, но я могу за себя постоять. Конец связи. Господи, ладно. Делай по-своему, Майк. Как всегда. Теперь ты на связи? Да, Дик, только вернулся с работы. Опять полдня таскал Федора с дерьмом. Вот сволочь этот Шиза. Ты с тобой, брат, я скучаю по всему. Бывает еще. Что поделываешь? Все гоняешься за мной, высматриваешь вертолеты. Ага. Ну, узнал что-нибудь про Сару? Нет, пока нет. Сколько ты будешь терпеть, он тебя разводит? Нет, он выясняет. Просто нужно время. Я к тому, что не надо сгодишь от себя, обратишь на конец связи. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Вроде бы все. Где Бухой? Я не знаю. В смысле не знаешь? Он был с тобой. Ну, был, а потом свалил куда-то. Хрен его знает. Шиза, ты чего мне втираешь, а? Отвали! Слушай, он взял бутылку виски и сказал, что идет домой. И все.
И ты его даже не остановил. Вот ублюдок. Эй, мы пытались. Но иногда человека надо отпустить. Надо понимать, когда он спекся. Что нужно? Не-а.